Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать. Продолжаем играть в OMSI Bus Simulator 2. И сегодня у нас будет карта MOGAS версии 2.1 и в качестве автобуса Mercedes-Benz O405 Camo из серии одноэтажных пассажирских автобусов, производившихся с середины 80-х годов по начало 2000-х. Итак, давайте пробежимся по автобусу. Функционала никакого нету, также к нему идет вот такой вот скин MOGAS автобус. Чутка я его переделал, добавил ему номера, потому что там номера были не очень. И кое-что еще добавил в салоне, это уже мы посмотрим внутри. Добавляется также наклеечка с этим скином и... Нет, это, наверное, стандартная наклейка все-таки. Ничего не открывается, как вы видите. Поэтому давайте переходить за руль данного автобуса и смотреть его внутри. Итак, мы за рулем данного Мерседеса. Сразу же в глаза бросается огромный руль, и он очень хорошо выполнен. И вообще в целом все выполнено довольно неплохо. Давайте вот это я уберу. И вот так вот у него здесь все выглядит довольно неплохо. Давайте проверим дверь. Да, открывается. Здесь мелочница. Сегодня будем делать такой вот поздний рейсик уже. Времечко уже где-то 9 вечера у нас. Вот такой функционал, значит, давайте включим свет. Вообще запустим автобус, пусть он у нас греется, правильно. И повключаем свет, чтобы нам было вообще все прекрасно видно. Даже можно печку навалить. Пускай греет, уже вечер. Уже вечер. Так, ставим расписание, да, оно у меня было уже просто поставлено. Телефончик имеется Nokia. Лайк, если у тебя был такой Nokia или подобный, у меня был подобный. Так, это у нас открытие дверей, к этому попозже. Кармашек тут имеется, аварийные стопы. Печь. А, я этого не знал. Штурки, конечно, да, местами не очень, но тем не менее. Все в порядке, все рабочее. Автобус полностью рабочий, ручничок. Все приборы, то есть все огонь. Тут как бы пробегаться нет смысла ни почему. Коробка автомат. Даже имеется ебис какой-то. Сегодня, кстати, поедем с голосовым информатором. Вот. Так что будет интересно. Шторочка имеется. Два самые яйца. Так, форточка. Само собой есть. Я не мог этого не проверить просто. Тут не кликабельно. Зеркала. Ну и впрочем-то на месте водителя вроде как все. Давайте переходить уже в салон и смотреть, что у нас в салоне. Итак, нас встречает салон. Текстурки сразу бросаются в глаза. И они не очень-то красивые. Но хотя бы есть. На сиденьях. Да, в принципе, нормально пойдет. Вот что я ему добавил еще в салоне, это рекламу, потому что там что-то было на немецком, все-таки автобус у нас там с Германии, работал он вообще только где-то там в Австралии, в Сингапуре каком-нибудь, потому что, видите, все на другом языке, пусть оно и останется, потому что зачем это менять? Форд что-то там стоит, затихомирился. В общем, пришлось поменять и добавить российские рекламы, да, чтобы было все как-то в цвет, в масть. Все-таки в России, в Москве. Давайте проверим форточки. Да, форточки кликабельные, открываются, все хорошо, все отлично. Люк есть, хорошо, лампочки все работают. В общем-то и все. Как бы больше тут ничего, кнопочки, да, там не знаю, работают они, нет. В целом, больше функционала я не нашел. Если вы что-то знаете, опять же, если вы что-то знаете, то в комментарии пишите. Будем в курсе. А здесь текстурка уже другая. Ну что ж, давайте уже, наверное, переходить к рейсу. О чем еще здесь говорить? Наш автобус работает. Остановок сегодня всего 5 штучек. Повезем людей с аэропорта. Давайте мотнем время и приступаем к рейсу. Итак, минутка до отправления. Давайте
стартовать. Повезем сегодня людей с аэропорта, потому что уже сентябрь, народ еще доезжает с отпусков. Вот мы их как раз сегодня и повезем. Остановка. Международный аэропорт города Копейск. Добрый вечер. Автобус следует по маршруту номер 100 до конечной остановки Наташинский пруд. По-моему, неплохой информатор. Правда, запускается он при помощи костыля. А, ну и, кстати, да, я надеюсь, вы уже поняли, куда мы едем. Мы едем в Наташинский пруд. Вот. Короткий рейсик, ну как бы мы помусолили все-таки. Так, все, давайте стартовать. А у нас температура идет, да, нагрев идет, 22-21 градус, чтобы, ну, люди уже с юга, они же привыкли, что тепло. Так, ручник забыл. Управляемся. Как-то вот днем, не знаю, не хватает света. Хотя фары включены. Вот включаешь дальний. Дальний слишком сильно рассеивается. Что не заргут. Так, пропускать некого. Наконец-то я, блин, настроил МГС, уже очень-очень давно я с ней мучаюсь, с этой картой. И благо, наконец-то, она у меня прекрасно работает. Да, с посадками, но без этого никуда, это Омси. Лиазик попер. Красавчик, вон второй идет. Так, ну бордюр задеть, это без этого я не я. Если не задел бордюр. Так, давай-ка подсказку-то включим. Я же ведь не такой еще профессионал. Я помню, что здесь направо. 47 километр дальше у нас идет. Чем этот автобус, именно вот приписка Камо, отличает его от обычного 405-го? Это, наверное, вот решетка. То есть, ну, какая-то малейшая косметика, вот, может быть, там, что-то с фарами связанное. Потому что я особых отличий между 405-м не заметил, честно говоря. 407-м, да, безусловно, есть отличия. А вот что именно с 405-м их отличает, тут я, честно вам сказать, не в курсе. И что обозначает эта приписка к Эму? Наверное, все-таки что-то уже связанное конкретно с игрой. Потому что я полез в Google, и там, ну, просто, как бы, в этом плане нет ничего. Никакой инфы. Поехали. И, кстати, с поворотниками в прошлом видео, это был мой косяк, что-то они у меня подсбились. Теперь работают немножко наоборот. Ну, звук у него, конечно, жесть, такой пылесос. Немецкий пылесос, ей-богу. Вообще. Но зато когда тормозишь, блин, вообще кайфовый звук. Остановка 47 километр. Следующая остановка — проспект Ломоносова. Уважаемые пассажиры, вы обязаны оплатить проезд в течение одной остановки. Капец, он дует вообще. Ну прикольно. Не, автобус реально нормальный. Ездить можно. Конечно, он, наверное, староватенький уже такой мод. Наверное, уже староватенький, да. Я с Омси, грубо говоря, не так давно познакомился. Пока что еще во всем разбираюсь.
Так, тут мы уходим направо. Ночная Москва. Да, совсем уже поздний рейс. Но здесь ночные рейсы есть. Именно вот этого маршрута. Маршрутов здесь на самом деле до кучи. И я думаю, мы еще покатаем и не один. Этот как бы такой коротенький видосик. Наверное, минуток 20 получится. Так что ставим лайкосы, чтобы я снимал еще больше Омси. И конкретно МАГЭС. Заправочка. А кому вообще интересна эта игра, то у меня на канале есть целый плейлист с Омси. Вы можете ознакомиться, посмотреть все видео и там тоже их оценить как-то. Буду рад, буду рад. И также вступайте в группу ВКонтакте нашу. У нас уже 1000 подписчиков на канале. Всем большое спасибо. Я уже благодарил вас на стримах. Благодарю еще раз. Всем большое спасибо, что вы со мной. Но это видео я не думаю, что много просмотров соберет, хотя очень на это надеюсь. Остановка проспект Ломоносова. Следующая остановка бассейн Ласточка. Ласточка. Уважаемые пассажиры, вы обязаны оплатить проезд в течение одной остановки. Не, ну информатор доставляет. Реально доставляет. Так, а мне вот свет надо мной, если выключить, то там в салоне ведь не гаснет, правильно? Не должен. Вот здесь только вначале гаснет. А просто комфортнее, лучше видно улицу. Ну, довольно не мягкий автобус, довольно жесткая у него такая подвеска. Не рассчитан, конечно, под нашу Русь-матушку, под Москву. Так, тормозим. Остановка бассейн Ласточка. Следующая остановка Наташинский пруд. Собственно, уже конечная. Уважаемые пассажиры, будьте вежливы, уступайте места инвалидам, людям старшего возраста, беременным женщинам и пассажирам с детьми. Но сегодня с вами первое видео такого ночного плана и первое видео непосредственно с голосовым информатором. Но эта тема мне реально зашла, и я очень давно хотел покатать, во-первых, МАГЭС, во-вторых, хотел настроить голосовой информатор. И все это у меня получилось, и я просто решил записать для вас видосик, потому что. Ну, собственно, мы приехали, так что спасибо вам большое, что вы подписываетесь, что у вас уже целая 1000 человек. И ставьте лайки, и также, кто не подписан, подписывайтесь. Впереди вас ждет еще много интересных видео и стримов. Вот так вот мы красиво сегодня прокатились. Вывод какой делаем? Вывод делаем какой? Сейчас вам скажу. Остановка Наташинский пруд. Конечная. Просьба освободить салон. Уважаемые пассажиры, не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, просьба сообщать водителю. Не, ну кайф. Ну все-таки ведь кайф, да? Вот погрузиться в атмосферу.
Блин, все, парни, вот. Всем большое спасибо за просмотр. Вывод какой? Автобус неплохой, кататься можно. Также карта тоже очень хорошая, и я как бы, я на плохих картах не катаюсь. И на плохих автобусах тоже, соответственно, не катаюсь. Поэтому у нас все самое лучшее, и будем продолжать что-нибудь еще для вас снимать. Поэтому всем большое спасибо за просмотр, за ваши лайки. Вступаем в группу. И всем огромной удачи, счастливо и покеда.